Так, ну что, всем привет. Короткий видосик, как вообще спасть себя от замерзания в машине. Дело в том, что у меня когда-то давно, когда я купил автомобиль, была ошибка по дополнительной помпе, помпа печки. И похоже, в тот момент я как раз где-то изучал, разбирался с кодированием блоков, и, по всей видимости, я этот блок, не помня того, отшил или сбросил просто в нулевые настройки, потому что там у меня еще с кондером проблема была. Я этот блок обновил и не обратил внимания, что у меня в пустом положении прошивки блока печки у меня получилось так, что помпа была выключена. С полной уверенностью я заказал с разборки новую доп-помпу, ну как новую, да, с разборки, с япошки практически новую доп-помпу. Вот, вчера ее установил, собственно, обнаружил, что она не включается. То есть на улице с утра было минус 10, и, в общем-то, печка начала давать приемлемое тепло только когда я уже доехал до работы. То есть, ну, в принципе, прохладно в машине. Вот, а сегодня я решил вечером поднять все-таки такую программку, как NCS Dummy, NCS Expert Tool D, и проверить, что у меня там с блоком. Ну, в общем, так и получилось. С прошивкой, с кодировкой блока у меня был косячок. NCS Expert я считал блок, увидел, что он C17 версии. Операция выполнена. Запустил такую вспомогательную обалденную программку, как NCS Dummy. Собственно, открыл блок, ну, по скачанную настройки, вписал модуль и увидел, что вот тут вот water pump у меня стоял not enable, то есть нихт актив. Поменял на актив, нажал экспорт, сменил операцию на SG Кодирен, какой-то странный язык. Вот, и, собственно, выполнил процедуру, получил работающую доп-помпу. И теперь, в общем-то, я вижу. Я вижу, что помпа мне показывает. Помпа работает. Вот они, показания. Water valve. Сейчас я уменьшаю температуру, у меня стоит 24 градуса, и в какой-то момент мозг начнет опускать обороты. До помпы 18, 17,5, вот он уже пошел ее притормаживать, считая, что в салоне нагрело и нет такой необходимости молотить помпой на полную. Ну, в общем-то, в салоне достаточно быстро уже стало тепло. Ну что ж, ребята, следите за тем, что вы кодируете. Очень мощный инструмент, очень большой функционал. Даже в моей машине, даже в 46-м кузове. Вот, ну, всем тепла, всем работающих блоков.